Рад приветствовать вас на своем канале Криптовалютчики. Как и обещал, мы продолжаем с вами разговор про W12 блокчейн протокол. Протокол, который перевернет представление о сфере ICO и благотворительности. Протокол, который сделает процесс сбора средств прозрачным, децентрализованным и повысит доверие пользы. Я вам рассказывал в прошлый раз про все тонкости, нюансы, как это будет происходить. Рекомендовал вам почитать дорожную карту. MVP проекта уже готов. Мы это с вами видели. Вот он. Ссылочка будет в описании. Здесь уже есть стартапы. Вы можете их отсортировать по стадиям ICO, при ICO, посмотреть, что и как, о каждом проекте почитать. Просто так сюда никто не попадает, только серьезные, хорошие стартапы, которые заручились доверием. Давайте сегодня поговорим про токен, давайте сегодня поговорим про стадии токен-сейла. Вся информация, естественно, лишь для вашего ознакомления и ничего более. Ранний пресейл был завершен, софткап достигнут. Чуть позже я вам расскажу о целях проекта, сколько они хотят собрать, чего и как. Хардкап 22500 этериумов, либо 12 миллионов долларов. Все нераспроданные токены во время токен-сейла будут сожжены по окончанию. Токены команды, основатели проекта, разработчиков и всех советников будут с помощью смарт-контрактов заморожены на 2 года. Давайте с вами разберемся с экономикой данного токена. Токена W12 или W12. W12 будет являться стандартом, будет являться платежной единицей, вообще, так сказать, топливом всей этой экосистемы, стандартом для финансирования проектов с использованием данного протокола и децентрализованных организаций. Проект будет самостоятельно выбирать, в какую криптовалюту будет конвертироваться собранные средства для хранения в фонде. Чем больше токенов W12 использует конкретный проект, тем ниже комиссия, которую он платит. Здесь есть пример, что если проект использует 50% или более токенов W12, то комиссия составляет от 0 до 30%. Соответственно, 0%, прошу прощения. Если 30% W12, то комиссия 6%. Если вообще не пользуются токенами W12, то комиссия составит аж 10%. Соответственно, выгодно, друзья, будет пользоваться W12. Токены позволят пользователям покупать токены разных других проектов, стартапов, ICO, зарегистрированных на платформе. Но также токены будут использоваться в качестве топлива в децентрализованной сети Oracle. Про Oracle я вам рассказывал. Токены будут использоваться в качестве вознаграждения за совершенные действия. То есть Oracle потребуется держать некие депозиты в токенах W12 для подтверждения транзакций, а также этапов дорожных карт проектов, чтобы получить вознаграждение внутри сети. Ну вот, кстати, схемка у них есть, пример финансирования DAO проекта. Едем с вами дальше. Каковы преимущества для участников краудфандинга W12? Покупая токены на стадии ICO, каждый инвестор получит премиум аккаунт эксперт, который будет позволять иметь ряд преимуществ, которые будут предоставлять право на получение токенов сотен других будущих проектов, которые будут являться партнерами данной платформы и запустят свои собственные ICO, Initial Coin Offering, на платформе W12. Срок действия всех аккаунтов будет 2 года. После этого периода можно будет продлить действие. 50% всей комиссии, получаемых в токенах каждого проекта за проведение ICO, будет распределяться среди премиальных аккаунтов. То есть просто за то, что вы держите, имеете аккаунт, вы получаете дивиденды. Для получения этих токенов владельцам премиальных аккаунтов необходимо будет ставить рейтинги, оценивать размещенные проекты на платформе, то есть постоянно являться членом сообщества и поддерживать его работу. Внизу указана таблица, которая показывает количество доступных премиальных аккаунтов. Количество токенов, которые получают аккаунты, зависит от уровня. Ну, мы сейчас с вами всю таблицу разбирать не будем. Видим, что есть 6 типов аккаунтов. Это Steel, Bronze,
Silver, Gold, Platinum и Diamond. То есть стальной, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. И, соответственно, количество аккаунтов, количество токенов, которые будут получаться, и стоимость покупки данного аккаунта. Как видите, вот Diamond очень серьезный такой аккаунт, даже на самой ранней стадии минимум 360 этериумов нужно за него заплатить. Держатели премиальных аккаунтов получат доступ к частным предварительным продажам, то есть закрыто стадиям ICO проектов, использующих платформу W12, и смогут принимать участие в конференциях вообще в пуле W Foundation. Едем с вами дальше. Распределение токена. Это очень интересно. Значит, как я сказал, токены будут заморожены на 2 года для команды, советников, основателей, резервных фондов и инвесторов. Стоимость токена W12 35 100 тысяч этериума. Если выражаться проще, за 1 этериум вы можете получить чуть больше, чем 2857 токенов. Ну, плюс, естественно, будут скидки. В качестве оплаты принимаются Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum Classic. А токены W12 будут переводиться покупателям, то есть инвесторам, благодаря смарт-контракту сразу после получения подтверждения об оплате. Ничего ждать не нужно. Эмиссия токенов будет ограничена, их будет выпущено 400 миллионов. Майнинга или любого другого способа добыть их, создать, заработать, увеличить количество этих токенов не будет применено. Это все указано в смарт-контракте, то есть вот 400 миллионов, ни больше, ни меньше. Ну, максимум 400, меньше может быть, если, как вы видели, по условиям ICO все токены не будут распроданы. Хардкап устанавливается в количестве токенов на каждом раунде. Ранний пресейл 3000 этериумов, private sale 14500 этериумов, crowd sale 5000, итого 22500 этериумов, о чем мы с вами говорим. Вот они, собственно, раунды. Ранний пресейл начался в мае 2018 года и закончился 20 июля или при достижении хардкап, то есть была скидка в это время 25-15% понедельно, да, то есть цена варьировалась, как видите, была чуть меньше, чем окончательно. Private sale начался 1 августа и закончится 15 октября или по достижению хардкап. Скидка уже чуть меньше, от 15% до 5%. И вот, как видите, стоимость токена варьируется от 29 почти 30 стотысячных этериума до 33 с копейками стотысячных этериума. Хардкап 14500. И последняя стадия — это crowd sale, который начнется 1 ноября и закончится 12 декабря, ну, или по достижению хардкапа. Хардкап 5000 этериумов на этой стадии, я думаю, что без проблем соберут. Вот она, окончательная цена, 35 100 тысячных этериум. Long tail, так называемый, давайте я вам расскажу о нем. Начнется с 15 февраля 2019 года. Долгая сказка, так сказать. Каждые сутки в течение 1000 дней смарт-контракт автоматически будет выпускать и продавать 140 тысяч токенов. Это вот такая доля от всей эмиссии. Стоимость токенов будет определяться по формуле price равен количеству, деленное на 140 тысяч, где k — количество средств, переведенных на смарт-контракт за сутки. Токен сейл проводится в целях корректного функционирования самой работы платформы W12 и блокчейн-протокола. Все это сделано с простой целью для того, чтобы исключить всевозможные ситуации отсутствия продавцов токенов. Поднятие также стоимости токена до бесконечности, то есть пампов и дампов, а также привлечение максимального количества частных инвесторов. Можно здесь посмотреть объемы распределения токенов. 60% будет доступно на токен сейле, 15% достанется команде, адвайзерам и основателям, то есть советникам, 15% останется в резервном фонде и будет также заморожено, 5% ранним долгосрочным инвесторам, 2% на интеграцию с партнерами, 2% на баунти программу и поддержание экосистемы, и 1% в качестве аирдропа. Что ж, друзья, в следующем видео я обязательно поведаю вам про команду данного стартапа, как и обещал. И мы с вами поговорим не только о команде,
но и о дорожной карте. Да? На сайте вам рекомендую обязательно все это посмотреть. У них очень много здесь информации. Она все очень подробная, открытая. Применение в реальной жизни. Это мы с вами тоже обсудим. Следите. Огромное количество конференций, где W12 о себе заявили. Вот про роуд-шоу я вам тоже расскажу в следующем видео, друзья. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч.